Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем проходить Хитмана. И у нас миссия уничтожить представителя Синего Лотоса, уничтожить всех членов триады Синий Лотос и вернуться на место встречи. Так. Погнали, в общем, выполнять миссию. Нам нужен для этого бойлер и дождаться. Вот прибыл водитель. Он нам еще понадобится. Вот. Как-то так. Так. Секундочку. Так. Ждем. Пока. Блин, я так и думал. Отлично. Да, там ходит этот водитель. Нам надо как-то аккуратно. Чувак, свали. Да, свали. Короче, сделаем все без палева и просто свалим. Так. Главное, что мы переоделись. Теперь главное взять пульт вовремя. Нажать тогда, когда они проедут здесь. Вот. Ждем. Нужно уничтожить прям всех чуваков в этой области. Именно прям всех. Вот. Они вроде завели тачку. Вы сейчас поймете, почему мы это делаем. Статус. Да, мы все выполнили, просто сваливаем. Отлично. Бойня в рыбном ресторане. Так, мы должны ударить. Так,
Комиссар организовал встречу для примирения триад, но оно в принципе не состоится. Ликвидируйте представителя Лихонга. Спрячьте тело представителя Красного Дракона. И убейте комиссара полиции. И оставьте амулет Красного Дракона в ресторане. Так. Только вопрос, как мы это сделаем? Так, именно представитель Красного Дракона нужен, да? Да, представитель Красного Дракона. Так, это кухня. Подожди-ка. Представитель Красного Дракона. С глушителем у нас, если что, есть, да? Окей. А, куча копов ходит, да? Так, это комиссар идет. А с какой стороны пойдет Красный Дракон? Интересно. Так, они будут примиряться с синим. Но нам именно надо сделать, подставить все так, что... Так. Подожди. Это просто прохожий, да? Да. Это просто прохожий. Вот красный идет. В смысле он сбежал? Вы серьезно? Блять, он убежал. Ладно. Ё-моё. С какой же стороны он пойдет? Тут, в принципе, проблема только в ожидании, и все. Он в прошлый раз шел отсюда. Так, ладно, возьмем пока ключи у бармена. Попробуем, по крайней мере. Здравствуйте, чем я могу помочь? Мне нужно в туалет. Конечно, сэр, я дам вам ключ. Давай. Угу.
Так, подожди, это коп сюда идет, да? А как мне тогда представителя Красного Дракона зафигачить? Они ж типа тут соберутся же, правильно? Или-ка. Вот мы выкидываем, допустим, пистолет. Ага. И нож даже нельзя, да? Нет. Ладно. Так, подожди-ка. Давай, кидай его туда, быстрей. Так. Погнали. Давай, 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 давай. Время, деньги, давай. Все, нас не запалили, можно спокойно заходить. Ну, наконец-то! Я просто заберу ваше оружие. Так у меня ничего нет. Вот и все. Теперь нам бы аккуратно бы это сделать. Все. Подожди, а где амулет? Стоп, амулет где? Так, подожди-ка. Я же ничего не сделал, правильно? Стоп. Ну, наконец-то! Я просто заберу ваше оружие. Подожди.
А где амулет? Подожди. Стоп. Я не могу понять, а где амулет? Подожди-ка, а может быть я у него амулет не забрал? Там должен быть какой-то амулет. Стоп. Чё за хрень? Подожди-ка. Моря, я слепой. Ну? А чё? Кто-то встрепенулся, не пойму. Подожди-ка. Стоп. Подожди-ка. Валим! Быстрей! Пошел в жопу, мана! Блюдок! Так, быстрее, 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 валим! Подожди, подожди, а куда валить? А я-то тут при чем? Хера ты в меня стреляешь, урод? Блюдки херовы, блядь. Идите в баню. Отлично, выполнили. Подставу, короче, сделали. Убийство Лифонга — это очень непростая миссия будет. Вот. Потому что тут... Так, план работает. Полиция перестала охранять Лифонга. И многие из его окружения испуганы. Теперь Лихонг уязвим, но подобраться к нему не так-то просто. Это понятно. Так. Найдите сейф. Принесите статуэтку в травяную лавку. Ликвидируйте Лихонга. И агент еще должен выжить. Да, вот это очень непростая миссия. Вот, сам Лихонг. Карта. Ну и куча оружия, чё и как. Вот. Вот, получается... Вот миссия. Следующая. Тут какой-то ремонт происходит. А вот само заведение, в котором мы будем уже, в принципе, в следующий раз. Сколько у нас там уже по времени? А, ну отлично. В общем, всем спасибо за внимание. Мы вот эту тяжелую миссию уже выполним, как говорится, в следующий раз. Мы, в принципе, выполнили вторую миссию и миссию с комиссаром. Вот, не забывайте про лайки, про репосты, про комментарии. Ну а с вами был Казуко Фэмили, мы будем проходить такую интересную игру, она короткая, в ней всего 9 миссий, по-моему, вот. Но мы уже, ну как,
половине движемся миссии. Вот, мы уже, по-моему, на четвертой миссии. Не, на третьей миссии. Да, по-моему, на... Или на четвертой. Раз, два. Ну да, скорее всего, на четвертой миссии. Ну а всем спасибо за внимание. Всем до скорого. С вами был, как обычно, Казуку Фэмили. Всем пока-пока.